Представители республиканской прокуратуры провели рейд по детским садам Махачкалы. В этом году было выявлено более 70 учреждений, работающих без лицензии. После вмешательства прокуратуры большинство из них в судебном порядке устранили недочеты и получили все необходимые документы. Одно из таких учреждений – детский сад «Тюльпан». Проблемы с лицензией здесь возникли из-за ошибки застройщика. Сейчас он официально открыт. Здесь есть все необходимые для детей условия – игровая площадка, музыкальный зал и кабинет для дошкольного образования. Если нет лицензии, то нет подтверждения, что соблюдаются санитарные и противопожарные нормы в этих зданиях, сооружениях дошкольных образовательных учреждений. Проблемы те же самые, либо отсутствие правоустанавливающих документов, это свидетельство о регистрации прав на оперативное управление, либо хозяйственное ведение, либо учредителя нет прав в собственности. На земельные участки, строения, не оформили там, немножко разгильдяйство происходит из-за этого. Либо то, что у них есть, не соответствует санитарным, либо противопожарным требованиям. А вот пример работы без лицензии. Детский сад «Соколенок». Заведующая рассказывает, собран весь пакет документов. Одна проблема – на часть двора, а именно на игровую площадку претендует частный застройщик, который уверяет, что именно он собственник земли. Помочь в этом деле обещали в администрации города. Ну а пока учреждение вынуждено прекратить любую образовательную деятельность.